Ребята, кто помнит, что тут был 10-этажный дом под снос. Смотрите, что от него осталось. Просто ничего. Вот, добивают последний этаж. Я думаю, к 1 июня, так скажем, к началу лета, ничего тут не будет. Все, дома нет, можно сказать. Понятно, что сезон на носу. Вот долбят его день и ночь. Техника. Все, дома нету. Я думаю, 1 июня тут уже помоют всю площадку. Наверное, извлекут даже фундамент. Сейчас попробуем тут заглянуть. О, вообще. Сколько испохабленного человеческого труда. Смотрю, арматуру грузят вообще тут на металлолом. Все, дом свалили. Конкретно в ноль уже. 1 июня тут уже не будет явно ничего. Посмотрите. Вот было 10 этажей, а стало 0. Интересно, куда этот участок потом идет земельный, кому именно.